Тульская область. Крайне равнодушных и трудолюбивых людей. Земля силы и талантов. Именно такое название Алексей Дюмин, житель области, дали программе развития региона на 5 лет. За это время Тульская область доказала, что нерешаемых задач нет. Долгие годы в регионе не строились новые школы. После принятия программы в эксплуатацию были сданы уже 2. В планах строительства еще 3 школ. В общей сложности они примут 2000 ребят. Стартом для строительства новых масштабных объектов в регионе стало Тульское Суворовское училище. Весной 2016 года министр обороны и президент России поддержали инициативу жителей области и Алексея Дюмина возродить военное учебное заведение. В мае с участием Сергея Шойгу в фундамент был заложен первый камень, а уже 8 сентября Владимир Путин вручил суворовцам знамя училища и дал старт новому учебному году. Начало строительства 2 корпусов детской областной больницы откладывалось долгое время. Сейчас первый корпус, который оснащен новейшим оборудованием, уже принимает первых пациентов. Здесь есть все, что необходимо для лечения малышей с острыми инфекционными заболеваниями. Открытие 2-го корпуса запланировано на январь следующего года. Родители очень ждали появления современных корпусов с возможностью пребывания мамы и ребенка. И благодаря усилиям губернатора сегодня дети получают качественную медицинскую помощь. Полным ходом идет строительство перинатального центра. Создание этого важного для области объекта поддержал президент страны. Тульская область оказалась в числе регионов, в которых из-за банкротства застройщика СУ-155 1700 жителей могли остаться без квартир. Наш регион решил эту проблему одним из первых. В начале 2018 года были достроены все проблемные дома. Люди заселились в свои квартиры, а опыт Тульской области стали использовать другие субъекты страны. Одной из острых проблем в 2016 году был большой объем аварийного жилья. И тем не менее, к 1 сентября 2017 область сумела выполнить федеральную программу переселения. Новые квартиры получили почти 17 тысяч человек. Мы ждали такого подарка, дождались. Спасибо нашему губернатору за такой подарок. К Новому году, наверное, таких подарков не делается. В отсутствие федерального финансирования в 2018 году губернатор объявил запуск региональной программы переселения. Благодаря ей новоселье отметили без малого 900 человек. Давно требовала решения и проблема состояния мостов. С 2016 года началась системная работа по их реконструкции. Кроме того, за 2 года по обращению Алексея Дюмина Министерство обороны России возвело 9 мостов в отдаленных районах области. Они, как артерии, связали между собой жителей разных сел. Долгое время оставались без внимания муниципальные дома культуры. С 2017 года этот вопрос начал решаться. 90 ДК по всему региону получили различную поддержку, от оснащения оборудованием и косметического ремонта до полной реконструкции. Было найдено решение, которое позволило достроить и открыть проблемные физкультурные комплексы. ФОКи торжественно сдали в Веневе, Узловой, Шацке. После многолетнего ремонта наконец-то был запущен спортивный комплекс в Болохово. Впереди сдача новых объектов в Кимовске, Белеве и Ефремове. В областной столице возводится Ледовый дворец. Он сможет принимать не только крупные турниры, но и массовые культурные мероприятия. Мы очень рады открытию Ледового дворца. Ждали его долгие годы. Благодаря обращению Алексея Дюмина к главе «Газпрома» Алексею Миллеру это стало возможным. В планах строительство центра единоборств «Тула-Арена» и легкоатлетического манежа с залом для игровых видов спорта. Каждый будет рассчитан на 2000 зрителей. Такой подход приносит плоды. Все больше людей начинают заниматься спортом. Создаются новые спортивные федерации, профессиональные команды. Развивается спорт высоких достижений. В этом году наши спортсмены завоевали 1352 медали на всероссийских и международных соревнованиях.
Футбольный клуб «Арсенал» за последние 3 года поставил сразу несколько рекордов. Уже 4-й сезон подряд он играет в высшем дивизионе российского футбола. В этом году впервые в своей истории команда пробилась в Лигу Европы УЕФА. Стадион «Арсенал» сейчас один из самых посещаемых, а тульские болельщики – одни из самых преданных в РФПЛ. Только Тула, только победа, скандируют болельщики. И так должно быть во всем.